Яна, мы идем. О, иду. Угу, пошли. В нашем доме нет воды. Вообще нету воды. Был стаканчик воды, с помощью которого я смогла умыться, почистить зубы и все. Ни света, ни воды. Как мы живем, я не знаю. Индусы постоянно говорят, что у них жуткие пробки. Они не видели наших пробок на Московском проспекте или на Красноармейской в час пик. Вот это у них час пик. Все нормально движется, просто на дороге много машин. Это у них час пик такой называется. Я думаю, что индусу не помешало бы на исправительный срок отправиться в Украину. А еще они все время ссут под стенами. Все время. Вот идешь и ссыт мужик. Капец. Видите, какой прекрасный фон позади кокосового магазина. Супер кокосовый магазин. Кусочек кокосового магазина. Кусочек кокосового магазина на меня свалился. Прикольно вообще. Другая водичка в больших кокосах. Вот только что мы пили маленький кокос за 10 рупий. Там была такая кисловата какая-то такая, но тоже прохладненькая, прикольная. А вот здесь она именно вот, именно реально кокосовая. Thank you. Шукрия. Это божественно. Мы в нирване. Ушли в нирвану завтракать. Это действительно прикольно. С утра начинать день с вот такого упражнения. Это всего лишь один час. И за счет того, что очень много концентрации, и делаешь упражнение как бы зацикленно, концентрируешься конкретно на этом упражнении, и стараешься его делать правильно, и смешиваешь вот такую утреннюю зарядку, гимнастику с какими-то там моментами медитации. Мы, конечно, ничего не понимаем, что они там мудро говорят. Есть такое упражнение, когда они говорят там ом, и потом начинают что-то там... А это, кстати, на одном дыхании они делают? Да, на одном дыхании. Короче, вот они делают это на одном дыхании, и есть еще одно такое упражнение, когда они делают... Что-то там ом и что-то там говорят еще на хинди. Но я в это время, когда они говорят на хинди, я просто мычу. Нина, тебе надолго хватает дыхание? Ну, у меня дыхалка нормально работает. Я же бегаю. У меня дыхалка все хорошо. Вот. Так что мой совет. Йога, бег, физические упражнения в виде выпадов. Растяжек. Ну, если, конечно, вы еще играете в теннис, вообще замечательно. Тогда я просто в вас влюблена. Короче, все, пока. Мы пошли искать завтрак. Вот что происходит после йоги. Это уже не настоящий йог. Это да.
Это то, что ты ожидала?